что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, поле каждый колосок. Речка, небо голубое, это все мое родное, это родина моя, всех люблю я на свете я. Аплодисменты! А девочку зовут Анфиса. Давайте поаплодируем ей еще раз. Сегодня мы с вами собрались здесь в дружной уютной компании для того, чтобы вспомнить фильм Балабанова, который называется «Брат» и «Брат 2». Замечательный фильм, который стал, в принципе, одним из кассовых, известных культовых боевиков, заряженных тестостероном, заряженных хорошей музыкой. Что я хочу вам немножко рассказать об этом фильме. Алексей Балабанов готовился несколько лет, чтобы снять этот фильм. И вот, наконец-то, в 1997 году это произошло. После того, как Балабанов снял такие фильмы, как «Счастливые дни» и «Замок», у него возникла идея снять фильм, где можно объединить бандитов и музыкантов. Он общался с теми и другими, и у него была всегда такая мысль посмотреть глазами главного героя из дна наверх. И вот как раз об этом фильм «Брат». В принципе, вот эта вот музыка, группа «Наутилус Помпилиус» и в дальнейшем вот эта вот рок-обойма, которая прозвучала во второй части, это и есть некое такое высокое искусство, которое держало главного героя на плаву. Вторая вещь, которая помогала Даниле Багрову, главному герою фильма, это вера в родственные узы. Фильм как раз также об этом, о том, что в 90-е годы мы потеряли связь друг с другом, потеряли связь с родителями, с братьями, возникла идея стать лучше, стать богаче, вырваться из замкнутого круга, так сказать, нищеты. И поэтому люди шли по головам, чтобы обрести свое, в кавычках, светлое будущее. В принципе, об этом фильме вот Данила Багров, главный герой этого фильма, он как раз и является носителем вот этих старых ценностей: семья, брат, друзья, любимый человек. И вот он возвращается с войны, в принципе, он как раз «Кавказский пленник», фильм не балабановский, но там сыграл Бодров. Это как раз и есть некий тот герой, который возвращается с войны, ему приходится встраиваться в систему новых псевдоценностей. Союза больше нет, появились братки, появилась новая жизнь, и он в эту систему, скажем так, вклинивается, встраивается. Но далеко не последнего участника. Костя Бир. Костя давно является резидентом пассионариума. Константин является замечательным музыкантом. Он играет на необычном инструменте. Это гавайская гитара укулеле. Костя Бир является нашим постоянным участником. Также он является участником многих других музыкальных фестивалей, которые проходят в городе Москва и в городах Московской области. И сейчас, я думаю, он исполнит несколько саундтреков к фильму. Это, конечно же, будет «Аукцион», «Дорога», наверное, все знают такую песенку. Это будет «Прощальное письмо» Наутилуса Помпилиуса. А что будет еще? Вы услышите сами. Костя Бир, давайте поддержим, поаплодируем и встретим! Игорь, помоги нам, пожалуйста, подготовиться и настроиться. Он профессионал, он все знает. Народ вообще есть? Так, просто хотел поинтересоваться, так, полюбопытствовать. Я всегда был любопытным. Здрасте еще раз. Видите, фокус-мокус. Вот был текст, и его теперь нету. Представляете? А как сидящий волшебник. Так, всем здрасте. Меня зовут Константин Бир. И такой вопрос. Ответьте на него. В чем сила, брат? Сила, брат. Правда? Так. Отлично. Значит, вы знаете, куда вы пришли. Я тоже, оказывается. Не ошибся адресом. Все. Ну как-то начнем с песенки. Брат.
Так, что это отлично? Ну погнали. А что здесь мигает так вот это прям? Хорошо. Игорь, а вот тут можно убрать там прошу? Не, она как тебя видит, сразу моргать начинает. Я потому что ей все выключено, или только так. Ладно, хорошо, погнали. Я сам тебе не выйду на голое довольное лука. Долгая дорога, ты, но не моя. Давно любовь зажигали города, глупые чужие города. Любили только это не я. Константиновну, она мне постарается помочь. Да, забирайся как-нибудь. Как-нибудь заберется. Ведь мы и по горам ладим. Так, это микрофон. Да, ну, в принципе, должен работать. Наверное. Так, исполним песенку тоже какую-то. Все. Итак. Я ей помогу. Вот. Постараюсь ей помочь. Thank you.
Это так, мы что-то назвали. Молодцы! Молодцы! И теперь я на бацу тоже что-нибудь. Один. На торпиву наливайте, что ли. Сидите там. Не по-нашенски как. Всем и каждому поэзии, которую писал Сергей Есенин.